Главврач краевой больницы Егор Корчагин показал запасы кислорода после жалоб пациентов и их родственников на его дефицит. Недовольства появились накануне, но спустя пару часов заболевшие сообщили, что все в норме. Врач связал возможные проблемы с жарой или с тем, что часть пациентов самовольно крутят вентиль и увеличивают себе дозу. Все идет нормально. Кислород поступает через соответствующую систему, пациенты... Недостатки кислорода не испытывают. Пациенты интуитивно пытаются открыть побольше кран. Персоналу приходится делать ежечасные обходы. В этой бочке находится 25 тонн кислорода максимально. Вот наша кислородная установка. Сейчас летом в жару она обмерзает. Для того, чтобы она лучше работала, нужно регулярно убирать этот снег. Я думаю, что нам просто нужно всем набраться терпения. Утром в баке с газом находилось 6,5 тонн кислорода. Этого запаса должно было хватить на 15 часов. Завтра в больнице ожидают подвоз новой партии. Накануне в медучреждении сообщали, что персонал помещает пациентов с высокой потребностью в кислороде в палаты с повышенной подачей вещества. Его потребление в больнице выросло в 10 раз по сравнению с доковидным периодом, сообщает главврач. В краевом правительстве заявили, что на личный контроль своевременность поставок медицинского кислорода в инфекционные госпитали взял председатель правительства Юрий Лапшин.